Едем на Томь, сегодня полный стадион. Вообще мне пофигу, 1-0, так 1-0, лишь бы выиграть. Раз, два, три, зенитушка, не в этот год, как говорится, не в этот год. И вы все увидите просто, буквально вот. Просто жесть. Пацаны, бля, мы сделали это! Алло, алло. Серег, что говорят, ролики нужно сейчас мастерить нормальные? Так, потихонечку. Стараюсь. Он на коне слепил. Нет, говорят, что я в очках тебе, да? Постоянно такой, типа, спалево. Могу без очков быть. Че, парни, всем привет, новый день, выпуск дневника фаната. Подкатывает, едет на матч Спартак-Том. Том. Спартак-Том. Том и Джерри. Так и оставил. Народу тьма просто, сегодня аншлаг. Круто, Спартак сейчас на первом месте, все вообще. У нас на самом деле сейчас наступает такой пиковый момент, потому что все круто, Спартак идет на первом месте, Спартак, как это говорят, законно на первом месте. Если посмотреть вот этот отрезок чемпионата, то мы действительно, блин, я сейчас как аналитик буду говорить, что мы действительно на своем месте. Томми Терек, все билеты проданы, кстати, ребят, кто посмотрит этот выпуск. Sold out, такая наклейка появится. Sold out. И заканчивай. Трибуна Б прямо. Хорошего просмотра. Андрюха, привет. Да, привет. Снова привет. Ну что, да. Рассказывай. Что? Как обстоят дела у банды Черкашей, все известны? Да, ну, как ты знаешь, мы очень известны, но засекречены. Единственное публичное лицо банды Черкашей – это я. Новость приятная у нас. Приятная новость, потому что достигнута договоренность с мэрией Москвы. И теперь те, кто находится в банде Черкашей больше года, получают квартиру. Ого. На Ломоносском проспекте. Конечно, приятно, но дают 70 квадратов пока только каждому человеку. Ну, для начала неплохо. Для начала неплохо, конечно, да. Мы хотели бы больше, но сейчас сложные времена. Все равно нам приятно, что нас оценили. Но да. Мы говорить не будем, почему нам мэрия как бы вручила. Ну, это секретная информация. Это секретная информация, просто один из Черкашей, он, да. Понимаешь, да? Но мы не можем их светить. Столкнулись с такой проблемой, что кони, да, значит, стали отказываться болеть за ЦСКА, снимают свои розы, топчут их и хотят болеть за Спартак и вступить в нашу банду. Чтобы получить квартиру. Ну, я не знаю, конечно, жалко людей таких. Вот Артем Дюба, как-то он хотел вступить в банду Черкашей, да. В итоге психанул, его не взяли, решили уйти в Зенит. Да, значит, по Дзюбе отдельная информация, что мне хочется сказать Артему. 2 года назад, Артем, ты ушел из Спартака со словами, что ты уходишь, чтобы выигрывать трофеи. Якобы дело не в деньгах. Ну, все мы знаем, что у него была и та хорошая зарплата, но захотел больше. Ну что, Артем, кусай локти свои, потому что ты 2-й год без трофеев, а мы чемпионы. Антоха, привет. Привет. Ну что, дождался? Ну, можно сказать, да. Вообще мне пофигу, 1-0, так 1-0, лишь бы выиграли. Слушай, когда, ну, помнишь ли ты матч, когда вот такой вроде рядовой матч, собиралась вся кабинка? Ну, в 79-м году, когда Спартак так вот хорошо попер, выйдя из первой лиги в 78-м, так еще более-менее, в 79-м уже много ходило, и рядовые матчи собирали в Лужниках, там, большое количество народа, но в российский период, чтобы на такие матчи приходил битком аншлаг, я такого не помню. То есть играет команда на первом месте, играет команда на 16-м месте, объективно, да? Можно назвать это центральным матчем тура? Нет. Чемпионским? Да. Спартак сегодня велик. Просто, но обыграть «Зенит», обыграть «ЦСКА» 2 раза, обыграть «Локомотив». Но какие могут быть вопросы по чемпионству? Спартак – реальный чемпион. Я хочу сказать, что вот на мне моя роза, да, которую я взял в 98-м году еще на ВДНХ. За, по-моему, 100 рублей она стоила, я взял. Вот. Много с того времени, что прошло, и огребал, как говорится, на Савеловской нас тоже армейцы ловили. Все было весело. Долго ждали мы этого момента, да, с 2001 года. И огромное спасибо я хотел бы сказать, наверное, от всех болельщиков Леониду Арнольдовичу Федуну, который все-таки, во-первых, построил нам вот этот замечательный дом. Во-вторых, сделал этот рисковый шаг. Это риск был поставить Массимо Каррера. Но белиссимо, мы чемпионы, вот чего уж говорить. Мы выиграли у всех принципиальных соперников, мы показываем отличную игру, мы играем с позиции силы. Теперь что осталось? Сохранить этот прекрасный доиграть, состав. Просто доиграть сезон. И выиграть что? Лигу чемпионов.
как настроение на игру? Боевое, конечно, естественно. А можно уже сказать, что чемпионы, или еще рановато? Формальности мы убираем. Сложнее не стать, чем стать. У нас весь сезон аншлаги фактически. Больше 30-ника почти. Да, да, на весь сезон. И это не первый сезон, между прочим, а всегда, когда была уже открытие арены. Даже когда «Спартак» проигрывал и ничего не светило, стадион собирался. Потому что мы лучшие! Всем еще раз привет огромный, с нами Иван Абрамов, многие его знают по стендапу, так скажем, по КВНу. Че? Очко жмыгается. Когда ты начал болеть за «Спартак»? Я помню матч, который я смотрел, после которого понял, что это команда, с которой надо болеть, когда Тихонов встал в ворота и «Спартак» не смотрел. Сейчас часто выходишь на футбол, не часто, как вы? Именно получается так, что если выходные «Спартак» играют, то выходные у меня заняты, я за городом, то есть не в Москве, то есть в центре или в корпоративе. А если «Спартак» играет, допустим, в среду или во вторник, это может быть. Это может быть подгрузка, это просто работа. То есть это, за этот сезон я, к сожалению, был только на 4 или 5 домашних матчах. Я очень хочу написать сейчас песню «Спартак» в честь чемпионства, если это все произойдет. Да. Вот, но это все плавно. Смотри, было бы очень круто, да, то есть нас сейчас посмотрит много ребят, будет то следующее выступление, допустим. Через выступление, какую-нибудь написать такую шуточку, да, вот, на своем выступлении, про сегодняшний, можно сказать, уже чемпионский матч. Ну, я 100% буду стараться, это искренне говорю, написать вообще какой-то, если не монолог, то точно блог на счет того, что «Спартак» принес наследство от чемпионов, и я, ну, без этого никуда не пойду. Да, Иван Абрамов, как так получилось, что ты сел за пианино, да, а условно не пошел там в бокс, в футбол, в теннис? Окей. А я просто, я такой человек, что, видимо, мне это все не идет. Я в свое время ходил и на самбо, но со мной никто не хотел в пальцы. Почему? Не знаю, не думали, что у меня слова. Но я был, на самом деле, толстый в свое время. Меня все игнорили, и единственное место, где мне, может быть, не посчастливилось, то просто получилось немножко найти свое место, это вот музыкальная школа или школа искусств. Ну и то я там 2 года отходил, потом 2 года занимался индивидуальным преподавателем. Но вот единственный из курсов, это, наверное, IQ и математика. То есть, где максимально далеко. Вопрос напрашивается, как закончил институт МГИМО? Почти с красным. Все говорят, почти с красным. Если есть одна тройка, не так вот. С бровки возле трибуны, одно эмоция. Заодно, да, попытаемся. Пойдем. Пенальти поставили, второй за сезон. Давай, Квинси. Давай, куда? Налево, направо? Ставлю то, что налево от нас. Очень круто, очень круто и очень страшно. Ну и такая агрессия, но положительная. Хорошо, что я свой в этом плане. Слушай, ну это реально очень круто, потому что если бы я очень плохо играю в футбол, но если бы я сейчас там вышел, допустим, под каким-то номером 86, я бы играл нормально. Хотя, по крайней мере, я бы умирал на поле, но я бы пытался оправдать вот эту поддержку болельщиков. Самое хреновое, если бы сейчас Томь нам забил. Очень контролирую свою речь, чтобы... Я просто болею всегда очень, очень нецензурно, но по-другому я не могу. У меня дочка очень много слов знает 2,5 года. Мы великомученики, мы заслужили этот год. Все будет хорошо. Осталось 4 очочки, сегодня 3. Считай, уже одно осталось и все. 1, 2, 3, «Зенитушка» не в этот год, как говорится, не в этот раз. Красава, да. Победа на классе просто. С пенальти. Вперед, Спартак!
в Молисе. 75-я минута матча «Зенит». Терек ведет 1-0. Понимаете, 15 минут, и мы чемпионы. То есть мы сейчас просто сидели, ничего не снимали, потому что очень был напряг конкретный. Сейчас небольшой мандраж. 15-20 минут просто, да. И вы... Все. 89-я минута просто. Подготовили шампусик. Да! Чемпионы! Чемпионы! Оле, оле! Слава! Слава! Не пугает! Чемпион страны! Чемпион страны! Чемпион страны! Мы чемпион! Мы чемпион! Оле! Чемпион! Мы чемпионы, блядь, это их проблема, что они не смогли выиграть. Мы чемпионы! Мы чемпионы! Просто посмотрите. Спартак, ну я верю! Спартак наш! Сила мы с тобой! Ты только борись за медаль! Город наш новый чемпион! Эй, эй! Все на скорой курит о победе! Я 4 дня не просыхал!